В любом вопросе, пении, стихе должна быть цель – пробиться к божеству. Иначе для чего стараться и пыхтеть, навешивать на чреслах смоковную листву? Цель – возвратиться к первому блаженству. У Духа Божия и в нас едина цель. Нам вечно спроводить не врозь, а вместе. И главное теперь – я человек или зверь? В рождении, в успехах и в страданиях все та же цель, единственная всем. Как ужасы в Египте скоротали и в Вавилоне сдерживали плен. Пути и нитки, даже паутинки, использовать, чтобы выбраться из ямы. С молитвой искренней наш подвиг станет дивным. Все кривизны ней выпрямляем мы прямо с ней. Цель утром ранним и в полночной мгле, как мироносец он заботливым не спится. Тогда пересидим того, кто нас наглей, всех стражников разбойной за границей. Мы не напишем новый псалтырь, в который лучшая цель отобразится. Увяжется за нами дойк шнырь, с кровавой злобой выпрут коммунисты. Чума коричневая, красная в обмотках, уйдет в небытие, растает, как в метель. А верные приемлят данность кротко, все перемогут и достигнут цель. Быть со Христом, по Библии смиряясь, у совести все чувства на чеку. Цель единения с Богом и Иеговою в радость. Просчет безбожник скажет, что, к чему. Все мысли, чувства, тайны чувствований к единой цели вечной и благородной. Путеводитель целый Дух Святой Писания и крест Христа, сияющий над гробьем. 27 июля 2007 года.